Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня 28 июня 2023 года, Московская область. Я бы хотела показать вам на примере одного куста клубники, клубнику сорт Гарда. Ветер немножко мешает, но я все равно попробую вам полупрезентовать. Значит, куст немножко неухоженный, как видите, немножко листья повреждены. Да, не дала я, как говорится, руки не приложила я к этому кусту в этом году. Но, тем не менее, несмотря на то, что куст второгодник, в том году, 9 мая, маленьким усиком я его посадила, он практически даже не цвел, в этом году он очень хорошо показывает себя. Смотрите, какие крупные ягоды. Вот я показываю вам с другой стороны ягодку. Ну вот, если показать на моей ладошке, не на ладошке, на пальчиках. Вот, достаточно крупная ягода. И, соответственно, еще здесь цветонос, маленький цветонос. И вот здесь на земле лежит еще цветонос. Ну вот так вот, если покажу. Еще цветет. Так, сзади я уже показывала. Там две веточки, два цветоноса. Вот эти, конечно, погрызанные листья меня смущают. Ну и вот эти вот. Вкус ягоды мне нравится. Поэтому в прошлом году я брала 9 сортов по одному усику. Этот в числе лучших. По мере поспевания других сортов буду показывать вам, какие мне нравятся, какие мне не нравятся. Еще мне нравится сорт фестивальная, но пока он еще себя не очень хорошо показывает, потому что фестивальную я брала в прошлом году в сентябре, то есть это получается первогодка. Пока наслаждаемся и буду размножать вот этот сорт Гарда. Мне очень понравился итальянский сорт. Считается раннеспелым, но для Московской области я считаю, что как бы конец июня это тоже нормально для поспевания клубники. Ягода крупная, ровная, сухая, учитывая, что у меня она в высокой грядке, и дождей у нас в этом году мало. Цветоносов много. По вкусу тоже мне понравилось. Всем до скорой встречи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие сорта клубники, земляники вам нравятся, какие вы сажаете. И какие отзывы, если вы сажали Гарду. Всем пока, всем мира и добра.